видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним второе задание на странице 23 рабочей тетради по математике для первого класса автора Маро. Прочитаем задание. Если на карточке пример с ответом 3, раскрась ее красным цветом. Если 2, синим. Итак, давайте сначала найдем примеры с ответами 3 и раскрасим их красным цветом. Один плюс два равно три. Четыре минус один равно три. Пять минус два равно три. Два плюс один равно три. Теперь найдем примеры с ответом 2 и раскрасим синим цветом. 4 минус 2 равно 2. 5 минус 3 равно 2. 1 плюс 1 равно 2. 3 минус 1 равно 2. 2. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы, оставляйте свои комментарии под